Ну, омлет же хорош не только тем, что он вкусный, тем, что он быстр и красив, да, но и тем, что, в общем-то, он должен быть быстр. Репа уродилась в этом году, да? Репа уродилась, да. Репа удалась. Я хочу показать. Жизнь, смотрите, из какой прекрасной. Посмотрите, с какой репой приходится работать, а? Не знаю, у меня обычно, вот, обычная репа в детстве, которая была, она была раза в 4 меньше на грядке. Это какая-то, видимо, техническая, ну, в смысле... Кормовая. Производственная репа, да. Ох, какой у вас тут ролл-то получился. Да, рулетик. Рулетик. Какая там у вас высота? Мне только с другой стороны вот, хочется спросить, а куда же вы собираетесь все вот это вот овощное великолепие ставить? Или это будет в качестве как бы украшения, гарнира такого? Да нет, ну я против того, чтобы на тарелке было хоть что-то, что мы не можем съесть. Я полностью поддерживаю, Ир, да? Да. Ты готовишь ведь тоже из каких-то из наших местных продуктов, да, Ярославский? Ну, в основном, или все-таки да. Что-то заказываешь?